Всем привет, с вами Настя, и сегодня я показываю вам магический штаб. Ну, я не знаю, почему в игре, когда наводишь на арку, чтобы попасть сюда, высвечивается нам вернуться в штаб. Ну, для меня это какая-то школа волшебства или академия волшебства, я не знаю, университет волшебства или что-то такое, но никак не штаб. В общем, заведение, где симы могут научиться каким-то заклинаниям и заниматься алхимией. На мой взгляд, в игре это стандартное здание, которое там было, оно немного громоздкое, пустоватое, поэтому я постаралась перестроить его, точнее построить заново новое здание на свой вкус и цвет, и в общем-то вот что у меня получилось. У меня здесь как бы две башни, одна башня сама по себе стоит, и вот здесь еще одна башня, но из нее можно попасть, вот здесь такая лестница ведет. Значит, начну с главного здания, здесь такая небольшая прихожая, здесь мне очень, кстати, нравились эти гобелены, я их давно хотела использовать, но как-то они не вязались в общую картину строительства. Но здесь они пришлись, в общем-то, весьма кстати, и здесь их достаточно много я навешала. Вот такая небольшая прихожая, и мы попадаем вот в эту школу магии. И здесь посередине я сделала что-то вроде комнаты отдыха, наверное, комната для общения. Здесь стоит камин, ну, шкафы, там полки с разными магическими штуками. Ну, такая комната ни о чем, где можно посидеть, поболтать и полюбоваться вот на этот классный, офигенский вообще камин, который светится с помощью, отапливается с помощью кристаллов. Здесь, конечно, по бокам две лестницы, наконец-то я эти изогнутые лестницы использовала. И вот здесь вот основная вот эта часть по бокам, это, ну, можно сказать, что это библиотека. То есть здесь стоят книжные шкафы, потому что симы очень часто ищут вот эти книги волшебные с волшебными заклинаниями. И здесь можно позаниматься, ну, как бы на диванчиках посидеть, почитать, и можно позаниматься здесь что-то вот а-ля библиотека, такой уголок с книгами. То есть книгу можно взять и позаниматься за столом. То есть эти письменные столы вот этой классной подсветкой, я думаю, здесь как раз-таки в тему. Ну, опять-таки, гобеленчики вот эти мои любимые я здесь навешала. Прям влюбилась в них заново. А вообще, когда мои симы ходят в этот мир и обучаются магии, у них падают потребности. Если они еще не знают рецепт зелья изобилия, то у них падают потребности, они хотят спать, а выспаться на диване, это, конечно, такое себе занятие, им приходится возвращаться домой, и вот чтобы они не возвращались домой, поспать, отдохнуть, я здесь оборудовала две таких маленькие спаленки, то есть вот одна и вот вторая. Здесь можно пойти, поспать, отдохнуть симу и, в общем-то, продолжить обучение. Здесь у нас кабинет, не знаю, зелье варенья. Вообще, кабинетов зелья варенья здесь самое большое количество. Ну, не знаю, здесь, наверное, темной магией заниматься будут симы. Здесь тоже такие гобелены в темных, таких темно-синих тонах. Здесь поставлю такой темный черный котел. Ну, небольшие два туалета, два санузла по бокам. И давайте перейдем на второй этаж. На втором этаже у нас кухня и такая столовая. Ну, здесь тоже такой небольшой маленький уголок для общения, кофейку попить. Ну, как бы в Академии магии, которая была в игре, да, есть кухня, то есть там симы могут готовить. Но я решила, ну, конечно, как они здесь, значит, голодные, что ли, мне останутся. И, конечно же, я построила здесь кухню им тоже. Ну и вот такую а-ля столовую красивую сделала. Дальше здесь я построила две башни. Вот эта вот башня сама по себе, она у нас посвящена как бы зелью варенья. Не только там стоит котел, но и там стоят вот всякие бутылечки, то есть это полка со всякими ингредиентами, какие-то черепа, птиц. Здесь также стоит письменный стол, здесь, видимо, кто-то вот рецепт записывал нового зелья. Ну, немного книжных полок, конечно же, куда без этого. И здесь вот на втором этаже, здесь вообще у нас просто кладезь ингредиентов, здесь всякие возможные сушеные травы и так далее. Здесь вот у меня из-за изогнутых лестниц образовались вот такие вот ниши, я решила их заполнить. Здесь-то я заполнила просто полки, здесь всяких баночек, скляночек наставила, здесь, конечно же, вот эти весы. Вот на самом последнем этаже здесь уже непосредственно можно заниматься зельеварением. И еще одна здесь башенка, там тоже я поставила котлы, диванчики. Вообще, как бы я старалась каждую комнату с котлом сделать в какой-то одной цветовой гамме, да, в каком-то своем стиле, не знаю, там темная магия, здесь светлая, здесь не знаю какая.
И здесь внизу тоже такая темная комната получилась. Здесь вообще красный такой котел. Дальше. Я помню, знаете, вот из Гарри Поттера аллея. Такой был подиум, знаете, в фильме, по-моему, «Гарри Поттер и тайная комната» был такой подиум для дуэли, где Гарри Поттер и Драко Малфой дрались на палочках. И она была, эта аллея, этот подиум у них был из таких фазы луны там были. Ну, я вот использовала вот эти вот ковры, здесь как раз-таки вот на них нарисованы все фазы луны, я попробовала такую вот аллею тоже сделать. Ну, конечно же, Симы не будут пользоваться прям в прямом смысле по назначению этим местом, но какой-то антураж магический для магических дуэлей я постаралась сделать. И крыша. Мне хотелось какого-то света добавить на крышу, чтобы это были не просто крыши, башни, да. Я взяла вот такие светящиеся сферы из режима отладки, просто их увеличила и вот совместила с крышами. Здесь я поместила эти сферы под прозрачные крыши, да, вот такими огородила. А здесь просто их вот совместила и получилось такое как бы украшение светящееся на крыше, очень интересно смотрится. Но если честно, у меня такая какая-то ассоциация, как будто бы это какой-то клубок, какая-то сфера магической энергии на крышах этого учреждения, да, откуда все маги и волшебники черпают свои силы. Вот, ну, не знаю, у меня во всяком случае такая ассоциация. Ну, надеюсь, вам понравился этот штаб. Пишите обязательно в комментариях, пишите, что бы вы переделали, что бы вы добавили. На этом у меня все. С вами была Настя, и всем пока-пока. Come.